gonna be rough. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить шикарный Dead Space, последней части. Мы чуть не погибли во время того, как мы пытались остановить этот шаттл, который запустил эту женщину, как она могла, как подставила прямо, кошмар. Как так можно вообще? Не справилась и запустила шаттл, еле остановили, такие перестрелки были, просто отличные. Ну что же, а впереди, я надеюсь, нас ждет еще больше феерии и приключений, и мы сейчас отправляемся прямо к ним. Посмотрим, куда нас ведет миссия. Она нас ведет, ага, прямо туда, хорошо. Надо, кстати, поосматриваться на предмет всяких ящичков. Здесь бывают в космосе летают ящички. Их можно, соответственно, разобрать. Очень там... Бывают полезные, а бывают просто ерунда какая-то. Вон он. Вон он, вон он. Ну, мы, жалко, не дотягиваемся, конечно, до него. Сейчас подлечу поближе я. Схвачу его за хвост. Ну, да, здесь всего лишь обойма. Ну, и обойма нам тоже неплоха, конечно. Давайте спускаться с небес на землю. Ох ты, какие двери. Открывайте. Айзек пришел. Так, нам сюда вообще нужно. Сейчас посмотрим. А, нет, нам нужно чуть выше. Или ниже, я уже не понимаю. Так, сюда. Так, где вход-то? Не могу никак разобраться. Где вверх, где низ? Все смешалось. So, how's the shuttle? Yeah, this thing needs more than plating. It's missing the port engine. There's a small wreck near the Greeley. It could be a shuttle. We should check it out. All right, Rosen, lock, suit up. You're on engine duty. But sir, my legs... Yeah, I'm not asking you to do jumping jacks. Now get moving. All right. Hey, Rosen, I'll meet you there. Whatever. Итак, мне нужно забраться в этот... Челнок. Так, как сюда пролететь-то, елки-палки? Ага. Вот так как-то. Видимо, я сейчас просто кверх ногами нахожусь. Да, вот так. Вот здесь. Вот здесь низ. Все, отлично. Итак, нам нужно... да нет... Так, все, все понятно. Залезаем в челнок. Я просто думал, смотрю, там дверь открыта. Думаю, нам туда, что ли? Да нет. Кстати, у нас кислород уже подзаканчивался. Ну, ничего. Чего мы залезли внутрь, и сейчас отправляемся, видимо, к Грилле, да, насколько я понял. У нас здесь есть, кстати, еще одна кооп-миссия, называется Брусилов, но, к сожалению, я сейчас не нашел никакого напарника, с которым бы хотел ее пройти. Но, возможно, возможно, someday. Итак, мы отправляемся к Грилле. Отправиться по маршруту? Конечно. Планирую пройти в ближайшее время в коопе именно. Именно сейчас, конечно, я вот опять упомнил про кооп, и поэтому хочу немножко продолжить мысль, пока мы летим. Скорее всего, если получится, Резидент 6 буду проходить в коопе. Надеюсь, вам понравится. Пролетаем просто через кучу мусора. Так захламлено здесь пространство, просто жуть. Но все-таки вот эти станции... Вот мне тоже интересно. Вот этот челнок, он заходит сюда на посадку, да? Заходит на посадку вроде в какую-то, в такую вот... как сказать, не знаю. Что-то типа дока. Но это сам док-то, глава 7, хаос называется. Окей. Этот док сам, он же в воздухе висит, он ни за что не крепится. Почему, когда вот этот маленький челнок входит сюда, причем, заметьте, у него ни двигателей нет, ничего, как он в воздухе удерживается? Неужели при заходе в него не создается, так сказать, энергия, которая толкала бы его вперед? Ведь в космосе любое толкновение, ну, любая инерция, любое движение, приданное телу, оно дальше тело не имеет никакого сопротивления, потому что нет кислорода. И движется, 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 соответственно. Конечно, оно замедляется, но это очень медленно происходит. Hey, you wanted an engine? Here you go.
It'll do. It's shit. Just like our plan. You always this helpful. Hey, some of us just want to go home, all right? I've disconnected all the lines and service tubes, but hell if I know how to get it out of there. I'll figure it out. Go get your equipment together so we can tow it back to the repair bay. Да, злой этот мужик, конечно, но, видимо, недаром он такой злой. Прицельтесь и нажмите F, чтобы захватить кинезисом. А что мы захватить-то, елки-палки? Что, целый челнок захватить? Хотя, да, почему нет? Ух ты, что это? А, это... Это он, что ли? Это... Это он здесь? Или что? Что это? Почему? Почему это... А, нет, он все-таки движется чуть-чуть. Я думал, он как статуя прямо. Ага, вот здесь нам нужно захватить. Нет, стоп, что это? Это дверь какая-то. Так, вот это, да? Ага. И что? Эй-эй-эй, что это такое было сейчас? Он ударился, что ли? Так. Да что такое? Он прямо стукается об них, что ли? Я не понимаю, что это? Да как это так? Я беру эту дурацкую дверь. Выкинь ее нафиг отсюда. Во как полетели. Я как раз об этом и говорю. Чуть-чуть толкнешь, и все. И оно вот летит. Почему та маленькая, тот док, он тоже так не улетает? Итак, что мне нужно? Ага, захватываем. Воу. I'm not an idiot. And be sure to lock the injectors down tight. I don't want them popping off in mid-flight. Asshole. Да что нас опять толкает? Okay, guys, I got the engine. Is everything ready? Well, not quite. We're gonna get tossed around like a midget at a circus if we try to navigate that atmosphere without a flight path. What about using flight recorders from these derelict ships? Yeah, right. We could reconstruct one of the routes they used. I'll search outside the Roanoke. Look for small satellites with four solar panels sticking out. Satellites with solar panels. Got it. Угу. Так, нам нужно три полетных регистратора, как я читаю. Бакл переживает, что наш полет к Тау Валантис будет в лучшем случае проблемным, а в худшем случае смертельным. Если удастся вытянуть навигационные данные из полетных регистраторов КССК, мы сможем проложить безопасный курс. Ага. Бонус миссии у нас пока нету. Посмотрим, куда нам нужно. Прямо туда. Ну да. Вон там монстрик у нас. Ну, бог с ним, пусть там так и сидит. Не успеет. Ух, ё, у нас же кислород заканчивается. Ёлки-палки. Вот об этом я как раз и не подумал. Скорее. Скорее. Ух! Вдохнули полной грудью, я вам скажу. Я сейчас поволновался. Думал, ну все, откажет сейчас Айзек Кларк. Прямо посреди космоса. Но я успел все-таки найти эту капсулу. Да. Ха-ха. Заставил ты меня поволноваться, Айзек. Так, отправляемся на Ранок. Опять. Опять. Сколько ж можно тут тусить? Я уже начал подуставать от этих трех кораблей. Итак, на ранок полетели. Посмотрим. Тип, орбитальная командная платформа. Это, кстати, здесь показывается, вернее, описывается туда, куда мы летим. Прозвище Босс. У каждого есть прозвище. Все? А, нет, еще. Во, а, вот, все, прилетели. Быстренько, кстати, недалеко тут летать. Я там в космосе в одном месте нашел какого-то огромного, огромного плюющегося монстра, который издалека стреляет какими-то, я не знаю, спрутами или что-то наподобие этого. Так, во, я похоже вижу, нам похоже нужна именно вот эта вещь. Да, точно, она прям светится издали. И мины тут, везде мины. Кто их раскидал-то вообще? Наверное, все эти... Слушайте, она наводящаяся! Ёлки-палки, летит ко мне. Ох, мы живы.
Мы живы. Хорошо, хорошо, мы живы. Я не... Да кто там в нас стреляет еще? Еще одна мина. Так, я их сейчас всех перестреляю, прежде чем они меня перестреляют. Иди сюда, монстр. Он сдох, что ли? Почему? Мина, что ли, на него тоже навелась? Так, я уже потеряться успел. Вон, вон он наш. Или нет? Вот, вот он. Улетел от нас. Там еще просто еще один есть. Так, давайте заберем. Так, как его собрать-то? Ага. Я думаю, я нашел один из этих флайт-рекордеров. Great. There should be more floating around the Roanoke. Okay, I'll see what I can turn up. Так. Главное быть аккуратным и не нарываться на мины. Пока что здесь экшена не так уж и много. Кстати, что это за ерунда там плавает? А, просто какая-то решетка. Так, ну и да, безусловно, нам немножко монстриков сюда даже подкинули. Чтобы нам не скучно было. Так, здесь ничего нету, кроме мины, которая за мной опять летит. Что ж такое-то? Дурацкие мины. Кстати говоря, эти мины даже не убивают меня, если я на нее нарвусь. Почему они взорвали наш корабль? Ну, наверное, их было просто очень много. Ну, очень много. Итак, где же последний? Красота, конечно. Такие виды выдаются порой. Айзеку. Но на них внимания не обращает. Так, мы же 2 из 3 собрали. Почему он задачу нам обратно... Обратно показывает? Или это что? Нет, он пока... Мы там уже собрали, почему он на нее показывает? Видимо, он показывает только на первую. Нам надо еще одну где-то разыскать. Видимо, уже самим. Так, у нас мало кислорода. Сейчас поищу я. О, вот же она. Давай, давай, Азик. Вот так, все, собрали. I think I have enough flight recorders to reconstruct a safe route to the planet. Great. What's next? I put it all together into a navigation module and then plug it into the shuttle. I just need to find a bench. Should be easy enough. Ага. То есть теперь нам еще и станочек нужно найти. Хорошо. Я думаю, успею долететь. Еще около 40 у нас набор кислорода в баллоне. Найден модуль, найдены все предметы, соберите их на станке. Ну, как всегда, в общем, как всегда. Так, хотя, стоп, а куда нам надо? Давайте заправимся. Ага, заправили. Давайте залетим тогда в Руанок, раз мы уже здесь. Там станок у нас был на входе, там и соберем. А то вдруг нам окажется, что вовсе и не сюда нам нужно. Полетим сейчас сразу не туда. Да, тихо, конечно, и спокойно здесь. Сейчас пылище опять нас встретит. Все время тут какая-то пылище находится. Ну вообще да, конечно, тут же в открытый космос открывается. Представляю, какой там насос идет. Из каждой щели вытягивает. Так, где у нас находится станок? Если я не ошибаюсь, вообще он был там. Давайте сейчас посмотрим. Ага, нам что станок, что гардероб, все в одну сторону. Хорошо, хорошо. Тем лучше. Давайте в гардероб зайдем. Улучшим костюм, насколько можно. Итак, что у нас есть? Это у нас улучшение уже произведено. Давайте улучшим здоровье. Отлично. И еще можно улучшить здоровье? Нет, давайте улучшим броню тогда, я думаю. Отлично, улучшили броню. Дальше броня стоит очень дорого. И мы все еще можем улучшить здоровье. Ха-ха-ха. Но это стоит очень дорого. Это стоит очень много вольфрама, кстати говоря. Так, можно стазис немножко подрихтовать. Заряд стазиса, длительность.
Ну это преобразователи на это нужны. Ого, понятно. Ну, к слову сказать, проблем особых-то и нету с этим. Ни стазисом, ни с чем там либо. Так. Воздух явно нет смысла улучшать. Хотя да, он дешевый, он только за металлолом. Насколько он улучшает? На минуту. Давайте улучшим. Почему бы и нет? Итак, я думаю, улучшить ли здоровье или нет? 25 вольфрама. Вообще, по идее, наверное, стоит прокачать, потому что, ну, это важно, это важно. И пойдемте искать станок. Где-то он здесь поблизости должен быть. Ага, все. Вспоминаю я эти апартаменты. Полетный регистратор, сборка. Отлично, еще немного цепей, еще бот у нас. Отгрузил ресурсов. Хорошо. Так, все. I know that's how this all started, but we are in way over our heads. We can't take on a whole planet full of those goddamn things. If not us, then who? EarthGov is gone. Robert, we're the only ones left who can do this, and you know it. Ellie, you have to admit it sounds crazy. I mean, how do we know there's really a solution down there? Because you told me. In the Admiral's quarters, you said, turn it off. And that's exactly what we're going to do. Damn straight. Captain, we can't pass this up. Carter, I don't need your mutiny on top of all this. If I say we're not going, we're not going. No, Ellie's right. There's a shot here and we're gonna take it. Now, you can come with us or you can try to stop us, but remember, around here, we're worse dead than alive. Ellie, get the shuttle prepped. I'm on my way. Да, Айзек, ты как всегда. Ну что же, челнок вроде готов. И что, залезаем через него? Или это люк, или что это вообще такое? Мы сюда в прошлый раз карточку какую-то вставляли. А, сюда теперь блок навигации нужен. Ага, отлично. All right. Navigation module installed for what it's worth. Wait, I'm not getting in. Ah, there it goes. And just in time. Looks like our flight window's approaching. Good. I'm coming aboard. Отлично, и что же мы, уже вылетаем? Интересно, интересно. Конечно, опять мы рвемся спасать весь мир. Точнее, ну да, даже не весь мир. Целую вселенную от нашествия некроморфов. Конечно, зачем мы еще сюда пришли? Только за тем, чтобы спасать. Well, I'm glad to see you too. What's that look for? This is going to work, right? Our window's coming up. We go now or not at all. Hey, what's up with the oxygen injectors? How come they're not locked down? I tried, but the threads are rusty. Well, let me see what I can do. If one of those pops loose, the cabin fire is going to burn us up before the atmosphere does. Do me a favor. Find the pressure reading on the main console and let me know when I have a solid seal. Удивительно, они все носят эти костюмчики с показателями здоровья. Все. Все, смотрите, прям как будто в позвоночник это все вмонтировано. Удивительно. Удобно это все, наверное, да? Мне так не кажется. Так, ну давайте, давайте починять. Так, что, что? Так, это сюда. А это сюда, да? Ага. С кинезисом-то оно все проще. CMS Crozier. Что же, вылетаем?
This is suicide. Those mines will rip this ship apart. It'll hold. Okay, everyone. Let's see if this thing can fly. Fuel lines are go. Sensors online. I'm seeing mines at 2,000 meters. Targeting computer spinning up. Okay, Isaac, you have the controls. Projecting optimal route now. Try to keep it on course and shoot anything that gets in the way. Thrusters, 1/4 forward. Ой-ой-ой-ой, это мне же... Мне расстреливать нужно или мне и управлять, и что? Ох ты, ёлки-палки. Сбой курса. Мы сейчас врежемся нафиг. Вау. Ох ты, ёлки-палки. Ох ты ж, ё-моё, вот это курс. Вот это курс опасный. Курс смерти и разрушений. Воу, ха-ха, челноком управлять. Вот это да. Вот это я вам скажу, да. Такого я еще не делал. И еще и мины взрывать. Долбанный Айзек, чертов Супермен. Вот это да. Все, пролетели. If we hit it at the wrong end... I got it! Four, here's where the fun begins. Three, two, one... Ой-о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 й-
О нет, о нет, только не сбиться с курса. Вот это окошко, оно все меньше и меньше. Все меньше и меньше окошко. Все меньше и меньше. Ух ты, ё-моё. Вау! We're coming in too hot. Give me a course correction. We can't correct now. We'll miss our window. This angle, we won't reach the window. Okay, I'm sending you a new vector. Так, так, придерживаем курса. О, боже мой, сколько мусора. Сколько мусора, сколько... Сбой курса? Только не сбой курса. Пройдем, мы пройдем, мы пройдем, мы пройдем. Нет, не сбой. Никакого сбоя. Ох ты ж, ёлки-палки, вот это да! Ох ты, ёлки-палки, так и знал, Айзек, что все это загорится. Давай, закручивай, закручивай. Фу. Что ж, тот парень погиб, что ли? О нет, разгерметизация. Нет, еще пока не разгерметизировалось. Еще пока нет. Но парня убило. Так, что, куда лететь? О боже мой! Ох ты, ёлки-палки! Уклоняться от этого всего! Ох ты, ничего себе! Вот это жесть! Вот это блокбастер! Вот это круто! Да, ну, вот, вот, вот вам испытание! Вот это испытание. Пролетаем, пролетаем. Да, ну и планета, ну и планетка. О, нет. Мы потеряли Элли и всех.
Сейчас окажется, что где-нибудь висим вообще. На огромной высоте. Нет? Ну хоть живой. Ах, у нас шлем сломался. Вот это плохо. У нас вообще все сломалось. Нам нужен новый костюм. Очень нужен новый костюм. А еще лучше новое тело Айзеку. Так, температура, 37 градусов. Держитесь ближе к источникам тепла, чтобы поднять температуру тела. Ха, слушайте, прям как в старенькой игре The Thin. Ладно. Убираем тут какие-то остатки. Мы нашли какой-то сейсмоанализатор. Что-то интересное. Температура наша падает. Куда нам двигаться? Ну, видимо, по огню давайте идти, чтобы не замерзнуть. А то потеряемся еще тут. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохой звук. Нагрелись до 37. Выше 37 не поднимается, кстати. А, сюда нельзя. Да-да-да, я понял, Айзек. Мы стоим рядом с огнем, и у нас все в порядке. Фух, ну и катастрофу мы потерпели, да. Я не думал, что все будет настолько плохо, честно. Я думал, что хоть как-то приземляться, но это вообще просто полная фиаско. Скорее перебежать к следующему. Ага, вот тут еще есть огонь. Как-то лучше стало видно. О-оу! Из огня ты в полымя! Поднимайся, 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 поднимайся! Вот это точно из огня да в полымя. О, хоть дальше-то не упадет. Элли, ты там? Так, у нас инвентарь полон, давайте аптечку используем. Возьмем цепь модернизации, она нам пригодится. Плюс 2 к урону дает, очень классная цепь. Так, да, следующий огонь у нас впереди. И опять началась пурга, опять эта пурга ужасная. И шлема даже нет, представляете, как тут холодно, это же ужас вообще. Просто кошмарно холодно. Хоть костюм немножко спасает Азика. А то бы он совсем замерз, бедняга. Еще одна обойма, все тут разбросано. Куда нам идти-то? Куда двигаться-то? Как? Куда идти? А, вот сюда. Понятно. Скорее, скорее, пока не замерзли совсем. Ну, 33-то градуса это нормально вообще, на самом деле. Могло быть и меньше, конечно. Ну-ка, безусловно, это все костюм. Элли! Элли! Где же ты, Элли? Где все? О боже, кто это?
На, хвала к Господу. Кто-то другой погиб, ага. Ничего себе хвала. Ну, Азик, ну эгоист. Видеосообщение? Давайте посмотрим. Давай, ну... Айзек, if you find this... God, I believe you find it. Come on! We're freezing to death out here! I'm coming! We're on our way to find some shelter. But I'm gonna leave you this trail of flares. If the man's dead, Ellie, let's go! Isaac, please, be alive! Come on! Да уж. Он умер, пойдемте. Бросьте его, как всегда. У, говнюк, мы тебе еще припомним. Ох, мы тебе припомним, когда доберемся до тебя, конечно же. Фух. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я закончу прохождение этой части по Dead Space. Надеюсь, вам понравилось. Такое крушение мы пережили. Но, как мы знаем, все-таки они живы. Они живы, мы их найдем. Все будет хорошо. Безусловно, все будет хорошо, дорогие друзья. Ну что же, на этом у меня все. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.